Самое важное и самое прекрасное, что вы можете предложить людям вокруг, это развить себя как человека. Да или нет? Ни ваши деньги, ни ваше богатство, ни остальная ваша ерунда, ни ваша работа не определяет того, что пребывание с вами становится прекрасным опытом для ваших близких, коллег, друзей и окружающих. Люди должны хотеть быть с вами, потому что это становится для них замечательным опытом. И это лучшее, что вы можете сделать для окружающих вас людей. Это все, чего они ищут, не так ли? Но проблема в том, что вы ищете того самого замечательного человека где-то еще. «О, я повстречал такого замечательного человека. Какого черта этот замечательный человек не вы?» Потому что вы никогда не обращали внимания вот на это. Вы думаете, то, что происходит вокруг вас, намного важнее, чем это. Нет. Качество вашей жизни главным образом определяется качеством того, чем является это. Каково вот это, таким все и будет. И неважно, будете ли вы в раю или в аду. Опыт и качество вашей жизни определяется тем, каково вот это, а не тем, какая ситуация сложилась вокруг. Вы должны провести некоторое время без перекусов. Тогда вы будете знать, что такое голод. Как только вы достаточно проголодаетесь, тогда вы поймете значимость пищи, не так ли? Иначе вы не поймете ценность пищи. Просто не ешьте сутки. Но потом не набрасывайтесь на еду. Просто посидите, подождите пару минут и посмотрите на еду. Поймите, что она для вас значит. Перед вами на тарелке жизнь, а не какой-то мусор, не просто какое-то вещество или какой-то предмет. Это жизнь, ваша жизнь лежит на тарелке, не так ли? Если вы посмотрите на еду с точки зрения такого опыта, ваше отношение к еде изменится или нет? Да? Вот и все. Вот и все. Устройте себе такую неделю. Не беспокойтесь, приезжайте к нам. Мы все организуем. Если мы устроим все определенным образом, тогда желание узнать, что же это такое, станет самым главным в вашей жизни. Если есть стремление, все остальное выстроится само собой. Рай и ад будут работать на вас. Они начнут работать на вас, если стремление достаточно велико. Никто не сможет вам помешать. Все выстроится для вас как надо. Такова природа Вселенной. Если воспылает вот это, то, что является источником творения, все существование будет за вас, а не против вас.